Доброе утро, студия, доброе утро всему Красноярскому краю. Да, у нас сегодня будет очень необычное утро. Да разве оно может быть обычным? Здесь у нас на летней студии. Сегодня у нас будет очень много интересных гостей. Мы будем учиться кататься на различных приспособлениях с очень необычными способами. А еще сегодня мы здесь будем распивать лимонады совершенно бесплатно. И вы тоже можете стать частью этого предприятия. Поэтому заходите и угощайтесь. Также так? К нам в гости придут организаторы аэропикника. Узнаем, что это такое. И еще я планирую заставить Рому немножечко поучиться йоге и взбодриться. А так, сейчас, сейчас мы встретили, посмотрите, потрясающую Дарью с ее питомцем. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вашу собачку? Йоки. Вы катаетесь прямо с ней вместе на роликах? Да, еще мы с ней бегаем. Здорово. Скажите, нужно ли как-то специально обучать собаку для этого? Или вот побежали и все? Это такая порода, с которой нужно гулять минимум 2-3 часа в день, чтобы она себя чувствовала хорошо. Поэтому для нее это в удовольствие. Для меня это в радость, потому что есть компаньон по утрам. Как хаски, оказалось бы, такая небольшая. А не боитесь, что утянет куда-нибудь? Не было такого? А мы без поводка с ней гуляем. Просто уже здесь, ближе к парковке, я для безопасности ее пристегиваю. Понятно. А как часто вообще приходите на остров Татышев, чтобы вот утром заняться, размяться перед работой? Каждое утро, каждый вечер. Перед работой даже? Да, да. Порода обязывает, поэтому... Во сколько нужно вставать? В 5:20. Как почти ведущим программы «Утро на ИСИ». Ой, Рома, как полюбил собачку. Рома? Ой, мне очень, на самом деле, трудно ладить с собаками после того, как одна меня дружески так прикусила за ручку. Но вот Йоки самое просто миролюбивое животное на планете. Что услышала свое имя? Имя услышал. Йоки очаровательно вообще. Скажите, а легко ли она доверяет, скажем, незнакомому человеку? Нет, она очень пугливая. Но к вам она почему-то очень расположилась. Да? Вот, скажем, если я сейчас попробую с Йоки прокатиться вот на этом замечательном устройстве, у меня получится? Попробуйте. Йоки. Эксперимент Йоки. В прямом эфире. Пойдем. Тянула на вас. Пойдем. Поехали. А я буду подманивать, чтобы он... А что нужно сказать? Вперед. Йоки, вперед! Вперед! Нужно видеть, что Рома сам еще не очень уверенно стоит на скейтборде. Нет, она хочет исследовать наш замечательный хэштег. Йоки. Йоки. Поехали. Сейчас. Вперед. Йоки, ко мне. Вперед. Вперед! Ой, Рома, сейчас. Вставай! Йоки, прости, я просто нуб! Вперед! Да, ты вперед. Немножко оттолкнись! Вперед! А, хорошо! Йоки! Да, Софья, давай ты! Ты отлично катаешься на этом устройстве наверняка! Давай, но ты обещаешь меня спасти в случае чего? А я уже перестану унижать себя сегодня этим утром! Шоня, ты давай это! Йоки, не смущай! Йоки! Оп! Так! Ну что же, Софья отправляется в закат в замечательной, красивой картинке. Ну а мы будем догонять наших замечательных девушек. И скоро мы с вами обязательно встретимся. Я просто не могу уже говорить. Софья, обязательно сегодня приходите к нам, пейте лимонад. Студия, вам слово. Да?